Сен-Джон, ты на связи? Да, Шизе. Слушаю. Насчет того, что мы обсуждали. Мне время нужно. Надо глянуть, что там на границе с Iron Butte. По части упокоителей, если ты меня понимаешь. А нет, вообще не понимаю. Может быть, разъяснишь? Размечтался. Не забывай, я пошел на риск. Смотри, чтобы я об этом не пожалел. Короче, я скоро с тобой свяжусь. А пока займись чем-нибудь полезным. Докажи, что Майк в кои-то веки оказался прав. Ну да, конечно, Шиза, как прикажешь. Конец связи. Сен-Джон, ты где, братан? Я здесь, Шиза. Только я тебе не братан. Ну, как скажешь. Я просто стараюсь другу твоему помочь. Насчет того дела. Скажем так, тебе пора выезжать. А, ты про границу с упокоителями? Очень смешно. Ничего подобного. Я к тому, если ты хочешь прокатиться, как вы там говорите, пожечь резину, так вот сейчас самое время. Усек? Да, Шиза. Как всегда, усек. Конец связи.
На, лови! Один трофей. Thank you.
убьют! Шиза, это Сент-Джон. Я на границе. Ты моих людей там видишь? Нет, тут все чисто. Слышь, сколько у меня времени? Времени? Для чего это? Мы тут с парнями в картишки сели перекинуться. Правда, кое-кто из них в дозоре сейчас должен быть, но уж я закрою на это глаза. Мы так можем всю ночь просидеть. Значит, до утра. Ясно. Конец связи. Так, уверен в себе. Да! Ладно. Бензин.
Само собой. Thank you.
Брось уже! Когда же ты подохнешь, скотина? Сдохни уже, падла! Это все? Господи боже! Вот это зверюга. Антибиотики. Надо найти антибиотики. Ему полегчает, и мы свалим отсюда. Поедем на север. Дикон Сент-Джон, прием. Дик, это Рики. Прием. Она не должна узнать, что я здесь. Рики, это Дик. Сигнал прерывается. Я тебя не слышу. Дик, ты где? Мне нужно... Извини, Рики. Мне сейчас малость некогда. Стой! Это Дикон. Стреляй! Ты! За ними! Нельзя дать им уйти! Быстро! Нашел? Я нашел все, что осталось. Все, что осталось? Что такое? Что за стрельба? Так, стычка с упокоительными. Я уже разобрался. Ты разобрался? И как? О. Ну, все ясно. И что тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял. Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос. С меня хватит. Ага. А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой. Зачем? Так, стоп, что там с Бухарем? Я не знаю, поехали. Что там с Бухарем? Не знаю, Эдди велела найти тебя. Ребята сказали, вы что за сюда поехали. Теперь я поняла, зачем. Ну и что же ты поняла? Самолет, медикаменты. Это не то чтобы большой секрет. Майк вел переговоры с Карлосом. Хотел, чтобы мы поделили их между собой. Брехня это все! В каком смысле? В таком! Я там был! Половину груза уже растащили! И все следы с места крушения ведут на юг! Упокоители, я знаю, уже не первый год водище! Им вообще нельзя верить, ни единому слову! Ты говоришь прямо как шиза! Это он тебя подговорил! Он рассказал тебе про самолет!
Ну-ну. То есть ты думаешь, я его шестерка, что ли? А что, нет? Тогда откуда ты узнал? От намада в лагере Коупленда. Сама говоришь, это не то, чтобы большой секрет. Ага, конечно. Шиза давно искал повода с ним подцапаться. Повезло, что подвернулся ты и помог ему. Хочу вопрос задать. Когда ты был у нас в последний раз, по осени, ты послал Майка нахер, потому что он не хотел платить тебе за новых людей. Все было не совсем так. Я отлично помню, как все было. Майк сказал, что не ведет дел с работорговцами. Так, мы никогда никого не заставляли идти к вам против воли. А Такер? Она тоже не заставляла? Не знаю. А ты не думал, что у человека, который умирает с голоду, который не спал несколько дней, который до того отчаялся, что не стал от тебя убегать, ты не думал, что у таких нет выбора? И все равно ты вез их всех в Хотспрингс, чтобы срубить кредитов. У всех есть выбор, Дикон. Нам тоже непросто. Иногда мы берем к себе людей, которые не могут отрабатывать свой хлеб. Радуйся, что железный Майк не такой, как ты. По мне стреляют! Уильям! Уильям, если ты меня слышишь, немедленно прекрати! Эдди, что происходит? Бухарь! Так, подержи его. Ты что творишь? Слушай, ты что творишь? Слушай, нет, это рожь, необходимо рожь. Сделать прямо сейчас. Что сделать? Нет. Не смей. Господи. Нет, нет. Охренела? Да сейчас, так Дикон, я тебе и позволил. Слушай меня. Антибиотики могут спасти ему жизнь, но руку ему уже ничто не спасет. Послушай, ты должен мне с ним помочь. Или он просто умрет на твоих глазах. Я понял. Понял. Включается. Отвали. Дикон. Ладно. Ладно, все. Привет, брат. Эй, братан, давай-ка смотри на меня. Держи как следует, Дикон. Тихо. Так. Держи вон там. Ладно. Так. Не получается. Стой. Ну, кровь же хлещет. Он кровью течет. Тихо, так. Дай мне бинт. Ладно. Нет. Бухарь, терпи! Держи! Терпи, брат! Держи! Вот тут держи! И прекрати мне тут паниковать! Я Эй! Ты молодчина! Когда в школе училась, думала... Кем бы мне стать? Инженером? Или, может, хирургом? И чё не пошла в хирурги? О. А ты? Эй, ладно. Сегодня ты спас своего друга. Боюсь, он другого мнения. Он все поймет. Надо поставить ему капельницу. Не знаю, где ты все это добыл, и знать не хочу. Но это многих спасет, Дикон Сент-Джон. Очень многих. Пойду помогу Эдди. Майк, ты успокойся, ладно? Дикон! Иди сюда! Я знаю, что ты сделал. Не мог я дать ему умереть. Майк! Остынь. Поздно уже. Да я понимаю, что поздно. Бухарь выживет? Я не знаю. Но они тебя видели. И выследили. Когда об этом узнает Карлос, он нам такое устроит? Да срал я на твоего Карлоса! Ты подписал чек кровью других людей! Надеюсь, ты доволен. Ты сделал, что должно. Майк, погоди.
Дикон, рада видеть. Блэр, отлично выглядишь. Да, вот это дело. Ага, хорошо. Ага. Ага, ладно. Ну ладно. Первый фрик. Я была на работе. Эй, Дик, береги себя. Стояла за прилавком в маленькой кофейне в Фервеле. Звучал сигнал тревоги. Но тогда, в первые дни, на него никто не обращался. Есть охрененные товары. Эй, Бас. Черт, тебе нужны тонны топлива. Заходи еще. А, Дик, сейчас открою. Да, Рики, что такое? Я хотела сказать, мне жаль, что так вышло с Бухарем. Уж ему-то как жаль. Эдди просила тебе передать. Если бы ты не привез ей этот нож, Бухарю сейчас было бы гораздо больнее. Без этого ножа вам просто было бы труднее его резать. В общем, я... Мы надеемся... Слушай, спасибо тебе, что привела нас в лагерь. Мне пора. Конец связи. Lost Lake вызывает Сент-Джона. Дикон? Да, Рики. Что такое? Железный Майк сказал, что ты готов нам помочь, добыть припасы для лагеря. Но ты не готов работать с Шиза. Да, типа того. Что ж, я тебя не виню. Ладно, получается, работать будешь со мной. Так что загляни в мастерскую, для тебя есть дело. Да, ладно, конец связи. Брайан, я у твоего маяка. У какого? В смысле у какого? В этой рации же есть GPS? А, ну да, конечно. Я понял. Ты в Лали Фоллс. Отлично. Гляди в оба, скоро туда прибудет человек. Отбой. О, Брайан, чтоб тебя. О, Брайан, отзовись. Тут твои друзья. О, Брайан. Сказал же, они мне не друзья. Ладно, иди пешком. Да, я знаю. Зачистите, что мне нужно сделать?
Прикрепить маячок? Давайте, ребята, зачистим этот сектор. Нет, не в этот раз. Этот я и так отслеживаю. Иди за специалистом. Она должна осмотреть инфицированный экземпляр. Фейка, пойманного в пещере. В пещере? Значит, я должен лезть за вооруженными бойцами Неро в пещеру. Просто держись рядом. И тогда я смогу перехватить ее данные. О'Брайен! Я пока не нашел то, что тебе нужно. И зачем я с тобой разговариваю? Конец связи. Как дела? Тут все чисто. Тут все спокойно. Тут все спокойно. Периметр установлен? Док, можете работать. Сегодня вообще не мой наряд. Просто держаться. Эй, Док! Да? Так, О'Брайен? Я вот это не понял. Что? Это легко сказать. Ну, первая стадия, вторая, третья. О чем ты? Ведь вирус, он и есть вирус, так? Нет, все несколько сложнее. Не отвлекай. Ладно. Я знаю, я солдат. Но до фрик-шоу я учился на биолога. Объясните вкратце. Серьезно? Ну да. Ладно. Мы точно не знаем, но анализы крови... Имеющиеся данные указывают на то, что вирус поражает лимфатическую систему, воспроизводясь и атакуя клетки в катастрофических масштабах. Атакуя? Точнее, переводя ряд покоящихся протоонкогенов в активное состояние. Чем она занимается? Рак! Посмотри на него. Посмотри на них. Это, по-твоему, рак? Ну, может, такой зверский? Нет. Нет, нет. Это нечто намного хуже. В смысле? У этого вируса есть цель. Фрики стали такими, потому что вирус хочет, чтобы они были такими. Что вы хотите сказать? Я хочу... Господи, а что я хочу сказать? Терроризм? Вы думаете, это было намеренно? Не знаю. Закончила? Так, ладно, пора отсюда уматывать. О'Брайен, ответь.
Я получил данные. Да, я знаю. Мы их обрабатываем. Что за хрень она несет, О'Брайен? Про этот вирус, как его там? Про то, что он делает? Я хочу понять, что происходит, О'Брайен. Что они здесь делают? Чем ты занимаешься? О'Брайен! Хорошо. Я скоро выйду на связь. Отбой. Так, это мне быстро надоест. Эдди, ты на связи? Дикон Сент-Джон вызывает лазарет Лос-Лейк. Дик! Я знаю, что да, сам не свой. А ты как? Что делаешь? А, бухарь? Да, ничего. Просто надоело слушать радио «Свободный Орегон». Меня от этих его конспирологических бредней уже тошнит. Знаешь, Дик, Мэнди рассказала, что если бы не ты, я бы загнулся. Ты привез эти анти-что-то там. Слушай, я... Весело, наверное, было держать меня, пока она меня кромсала. Помнишь, как... Джек резал индейку, когда мы собирались в последний раз. Как она у него ездила по всему столу. Да, конечно. Я помню. Я до сих пор его чувствую. Нож. Это хуже упокоительно. Если бы там не было тебя, если бы ты меня не держал, я не знаю, что было бы, Дик. Не знаю. Ну, уже все. Все, дело сделано. Дик... Прости, у меня голова кружится. Да. Слушай, если Эдди узнает, что ты не в койке, она меня убьет. Да. Мне уже пора на боковую. Все, конец связи. Послушай. Бук... Черт. Эй, Дикон! Эй, Бас! Я заправлю. Ну да, ладно. Заходи позже, будет новый товар. Рики, ты сказала, есть работа? Привет, Дик. Да. Помнишь Шейна Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу, но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то еще. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линдси Фуллер. Кого? Линдси. Работала с припасами до Блэр. Подожди, он убил безоружную женщину? Да, она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, Рыжий ее убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в Кэмпайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю... Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. Что еще о нем известно? Немногое. А... Погоди, он жует табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жует. О, мерзость какая. Еще один повод его убить. Ага, но будь осторожен, Дик. Дикон Сент-Джон, как дела?
с дороги! Рики, я в компайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? А, нет, вряд ли. Ага! Бегай, бегай! А, нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. Ладно, рыжий, где ты прячешься? Шакалы. Они убивают шакалов. Есть. Все, есть. Он меня задел! Спокойной ночи. Что это? Так, да, да, окурки, да. Следы. Фрики! Бегом! Такие следы могут быть от каких-нибудь выпендрёжных ковбойских сапог. Фриканы! Теперь мое. Фу, это жеванный табак. Рыжий Райд, ну и мерзкий же ты говнюк. Еще следы.
ведут сюда. Следы. Что это было? Это люди! Я тебя прикрою! Ты у меня добегаешься! Класс, моча, господи. Но надо, значит, надо. Вроде там кто-то был. Я же видел тут. Где ж ты прячешься? Какого хрена? Где-то здесь. За ним! Да! Фугас! Ах ты, сволочь! Зацепила! Thank you.
Я в комбайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? Нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. Можно что-нибудь смастерить. Прячешься в одной из хибар? Она сама напросила. Ищу трофеи. А даже если бы и я!
Да, неплохо. И топливо. Вот так. Готово. Что тут у нас? Так, надо осмотреться. Ага. Не так уж трудно. Давай! Посмотрим, что тут у нас. Господи, что тут было-то? Ладно, надо бы тут порыскать. Thank you.
Получил? Дикон Сент-Джон, как дела? Бас, как жизнь в лагере? Прокачать всегда стоит. Ну да, ладно. Заходи позже, будет новый товар. Эй, Рики, я его достал. Дикон, я так рада. У Линдси были друзья, я им сообщу. Хорошо, ладно, увидимся, Рики.